Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve, Царство Гигантов, за персонажа Владимируса, с эпическим миром, ну и с большой подборкой модов. Кстати, индюшонок какой-то, он, блин, молчит, хотя, с одной стороны, наверное, классно, что он молчит, не напрягает. Некоторые питомцы там постоянно что-то там орут, ну посмотрим, сейчас... Зимой придут все боссы. Достанем, если чешую, то заварганим, может быть. Его как-то можно отпустить. Как только, не знаю. Как-то можно его отпустить и сделаем себе, наверное, пчелу еще. Хочу посмотреть. А там посмотрим, может, и котенка сделаем. Так. И, наверное, я побегу сейчас на болото. Птичка попалась. Соберу камыши. Так, мы немножко нагрелись. Шапка у меня скоро развернется. Так. Мясо. И вообще, дома сидеть нежелательно. Сейчас сидеть. Сейчас, блин, боссы как придут все толпой. И мне бы найти еще... Макби мне нужно найти. Так, давайте вот это вот зафигачим. Вот так вот. Да, да и вот так же, наверное. Даже показывает, что... что в казане у нас лежит. Прикольно. Так. А это сушить положим. Всей толпой боссы, если припутся, будет как-то не очень. Не камильфо. О, отлично у нас получилось все. Так. Жратвы нам хватит. Маловато дерева. Ну, пока хватит. Возьмем палки-ковырялки. О, тут с привидениями, наверное, кто-то дрался. Свинья или еще кто-то. Возьмем шипы, возьмем. Что-то я что, камышей наберем? Хотел мясо еще набрать, но в принципе мясо не обязательно. Утка-лось, блин, который там сидит, никуда он не денется. По-моему, он долго довольно-таки сидит там. Да, он долго, по-моему, сидит. Там еще один придет все равно. Сейчас зимой, либо... осенью, короче, еще припутся ребята к нам. О, кстати. Ты грибы красные жрешь. Да, и не дохнет. Нормально все. Так, мини-карта где? Соберем вот этого, дротики, чтобы наделаться. А то, короче, босс, который в живых останется, его добивать как-то нужно будет. И, скорее всего, останется муха. Дротиками мне ее проще добивать. Чем взрывать там, еще что-то с ней делать. О, свинья вышла, сейчас ее убьют. Так. Отлично, пауки сейчас получат. Помордасим. Так. Ах ты черт, а! Я сам получил по мордам. Так, а мяса же нету. Ночь наступил, по-моему. А я туда не подползу, сейчас меня убьют. А чё так медленно? О, мясо. Ах ты чёрт. Так, вот паучка можно убить. По-моему, повысилось у нас за убийство еще. Ой, ё-моё. Сходил на болото, ё-моё. Так. Нам нужно, короче, либо искать кого убить, либо искать мясо. Сейчас ночь. Сейчас ночь, блин. Мясо тут на болоте. На болоте-то мы найдем. А потом еще забрать наши манатки надо. А это нам не помогает. О, паучков нужно забивать. А, рыба. А какого черта? Ай, ты черт, я почти восстановился. Вылезли. А питомец бегает, кстати. Ну, мы пока не умерли. Я не знаю, либо обследовать... либо мир исследовать. С болота, правда, уходить не особо хорошо. Но мы можем исследовать вообще почти всю территорию между пауками. Я не знаю, пауки будут выходить, если мы будем подлетать. Давайте посмотрим. А если вот так вот...
Походу тут пауков всех убили, наверное. А где щупальца? А, вот они. Вообще мне еще одну скушать. И я могу выбираться. Я, скорее всего, сейчас вернусь. Нет, еще нужно. Так. А, ко мне пристали. Вот, в принципе, на болоте еще есть вариант хороший выжить. А в других местностях довольно-таки тяжеловато. За счет того, что нужно кого-нибудь найти и еще убить, блин. Так. Так, мэрм, отвали. Мясо тут должно быть, тут дрались пауки. Мясо вон есть. Могут у... Блин, около щупальца меня могут убить. Черт, вы мэром, а? День уже наступил. А, давайте исследуем, наверное, территорию. Давайте так сделаем. Из эпического мира к нам пока никто не должен прийти. А где этот индюшонок? Давайте мы таким образом исследуем карту. Как вариант. Так быстрее. Мы не замерзаем, мы не... Потом на болото вернемся и... посмотрим. Да, нужно исследовать. Мне бы желательно исследовать. Попробуем найти Макбивни таким образом. Ну, немножко полетаем. Ориентироваться можно... О, кстати, веревки. А что это там наверху такое? А, пчелы, которые от меня улетели. Так можно долго летать. Еще механизмы. Офигеть, вот, блин, механизмов полно. Да, наверное, будем исследовать. Правда, сколько дней, понятия я не имею, мы таким образом. Ну, пока мы либо умрем, либо... Кстати, я вот середину, нужно открыть на всякий случай. Мы либо умрем, возродимся. Этот бегает за нами все равно. Либо, если будем кого-то убивать, вот кроликов я не вижу нифига, то можем долго так летать. Ну тут в серединке давайте посмотрим, может дорожка куда-то вела. А, наверное, вот так вот я сделаю. И пообыскиваем таким образом мир. Просыпаемся мы всегда утром. Сейчас, если я, допустим, даже возродился бы, то день бы один пропал у нас. А это почему до сих пор брит, и я его брил когда еще? Так, дальше куда нам лучше валить? Так, мы здесь. Вот эту зону мы не исследовали. И я много еще чего не исследовал. Вот сюда вот вообще не ходил. Вот туда, наверное, и поползу. Сейчас сожрем пару этих пауков. Во, они на меня реагируют отлично. Или на кого? Но мне нужно всего парочку. Всех я не убью. Они меня забьют сейчас. А вот нескольких можно забить. Во. Отлично. С двух ударов валит паука. В таком состоянии. Так, зеленый за нами, да, бегает? Опять нету мяса. Ну, по-моему, пополняется за убийство. Даже если мы просто убиваем, нам за это бонус идет. И чем больше мы убьем всяких тварей в таком состоянии. О! Ребята спят. Прикольно, они заныкались. Чем больше мы в таком состоянии убьем, тем лучше мы потом... Тем лучше состояние у нас будет после возрождения, если мы возродимся. Музон классный, мне нравится. Куда-то вот наверх я собирался сгонять. Ничего мы не можем подбирать. О, а вот этих ребят мы можем долбить.
Только догнать его нужно. Так. Именно в момент, когда побежит. Есть, убил. Да подбери ты. Отлично. Вот теперь нам уже немножко полегче. Пошли обыскивать, если уж так получилось. Там, по-моему, мои кастрюли могут сожрать. Я не помню, я их в рюкзак ложил или нет. Королей бы еще бы забило, пока светло. Они боятся, правда, убегают. Вот так вот нужно. Отлично, догоняет. Вот, шикарно. А там, наверное, на болото вернемся и каким-то образом. Так бы по-хорошему мясо где-то оставлять, но мясо, блин, будет гнить или кто-то его сожрет. Поэтому это тоже не вариант. Так, тут он наверх есть проход. Где Макбивни, блин? Хочу эту. Так, на какой день, я понятия не имею, я там за... Опа-на. Шахтерская каска со всеми делами. Но оно мне, правда, не особо нужно. Ну, если окажемся в этой стороне, я, скорее всего, забуду тупо. Так, нужно кого-то мочить. Так. Это ладно. Так, здесь, наверное, нет. Здесь были... Вот в этой стороне, мне кажется, где-то они... Макбивни. Либо вот в этой стране где-то. Если там лес. Вполне возможно. Ну, умру. Ладно, алтарей полно, правда. Так, а я... Если около какого алтаря я умру, около такого и ед, как... Мне, в принципе, можно умереть около этого алтаря. Тем самым дальний алтарь убрать. У меня там еще несколько алтарей. Сейчас как раз ночь. Ай, блин! Я не специально. А, Куала-слоник, это, кстати... Во, около алтаря как раз возродимся, вот около дальнего. Правда, тут... Фак, кого только нету. И что-то мы какие-то медленные. Так, давайте вот этот заберем. И бежим отсюда. Собаки еще что-то... Собаки еще бегут, блин. А чё мы такие медленные? Фак. Прыгай, пожалуйста! А чё так медленные такие? Я не пойму. О, фак. Вот это я попал. Так, пошли попробуем. Панцирь, по-моему, лежит. Черт. Мартышка. Мартышку тоже инопланетяне скинули. Так, давайте, вот тут замес. Мы попробуем сейчас как-то. Да черт подери, опять. Не хочу опять. Вот это дофигище мяса. Есть, сожрал. Так. Не ту кнопку жму, блин. Ешь. Сейчас возродимся, не страшно. Только около рюкзака кого только нету. Кого они там бьют? Отлично, еще один готов. Ай-яй-яй, поджарился я немножко. Так, давайте убиваем тогда этих ребят. Так, сейчас возрождение будет. Ну, там гончик немножко осталось. Фу. О, видите, показатели максимум, потому что я много убивал. Ну, что-то какой-то я медленный из-за этой фигни. Так, вот это можно собрать.
Сейчас мне холод. Медленный какой-то, я не пойму, почему такой медленный. Там броня от улитка пахи валялась. Медленный какой-то я из-за того, что я в таком состоянии был. Броня от улитки пахи, нафиг она не нужна. Так, давайте немножко погреемся. Кто-то там рычит, по-моему, этот. Так, ну, всего один алтарь, получается, профукли, не так страшно. А, паук, паук. И алтарь дальний самый. Зато немножко исследовали. Какой день-то, кстати? 31-й. Сейчас боссы придут. Чё так медленно бегать, я вот не понимаю. А куда мне вообще... Мне на болото. Мне до базы, а потом на болото. Боссы сейчас скоро... Я не помню, какой день там они могут появиться. Из-за того, что по максимуму боссов, тут... Блин, они могут появиться в любое время. И у меня такое ощущение, что у Владимируса какой-то иммунитет к холоду. То есть он не так сильно, может, замерзает. А летом как раз наоборот, ему будет очень фигово. Может, мы по снегу просто так медленно бегаем. Чё-то вообще как... Я ползу, по-моему. Трость нужна. Ползём. Ползём, чё сделаешь? Тихонечку ползём. Чёрт, как же медленно. Чёрт. Как медленно он ползёт, а? Где тут тропинка? Хоть по тропинке давай попробуем. А, и Честер, блин, может, уже писали мне в предыдущих всех, я забыл про него. Честер там валяется. На тропинке я не заметил, Костеглаз. Но это мне еще писали, по-моему, в первой серии. В комментариях к первой серии. Заберем. Если будем там бегать, в той стороне заберем. Я просто сейчас только вспомню. А серия, это, по-моему, четвертая... Серия наперед сразу, поэтому... Да, вот мы не замерзаем. Может, мы вообще не замерзаем, а какая-то фигня. Если вообще не замерзаем, это фигово. Хотя, с другой стороны, летом, значит, нам будет очень тяжко. Ё-моё, как ты медленно ползаешь, а? Летели-то мы нормально так. Ползем, как черепахи. Так, пошли. Сейчас на базе окажемся. А у меня веточек здесь нету. Да? Добегу я, нет? Наверное. Если что, костер поставлю. Вот веточку нужно взять. На всякий пожарный. Так. Ох ты, черт. Не вовремя. Так, потащили на болото. Идут все вместе. Сейчас начнется замес. 31 день. Фак. Боссы идут. Сейчас три босса придут вместе. Черт. На болото вести. К тентаклям, вот где много тентаклей, туда бы не желательно вести, потому что вот уже кто-то с кем, кто-то кого-то там уже дело в том, что там если... Ах ты, черт, отхватил. Давайте на деревню Мэрмов, ё-моё, фига. А чё так светло? А чё светло-то почему? О. Самое фиговое это муха. Так, а Мишка где? О-о-о. Короче, сейчас домиков Мэрмов разнесем. Соберем потом все это. А, сейчас это сожгет все.
Муха сожгет все. Миша, где, блин? Фак, не... на базу что ли пошел? Все, этого убила она. Глаз, я не помню, горит или нет. По-моему, сгорел глаз. Да фак, какого лешего. Сейчас возродимся, не страшно. Ай. Глаз сгорел. Все горит. Топливо ужас откуда-то, я не понял. Это спать улеглась. Да отвалите вы, какого... Леша, вы-то привязались ко мне. Еды полно. Забрать мне ее не дают. А где Миша? Он тоже же пришел. Черт. Вон ходит снизу, по-моему. Ай, лети! Нет его. Я не понял, где Мишка. Где-то здесь должен быть. Мэр, мы достали. Блин. Вообще достали. Там много еды. Я могу сейчас отъесть и возродиться. Но мэрмы не дают мне этого сделать. Вон они стоят прямо около еды. Так, давайте одного мэрма заберем и забьем. Или сюда куда-то их притащить. Я умер здесь, да? Так. Задолбали. Все, готово. Сейчас как раз утром возродимся. Кто-то храпит. По-моему, пчела храпит. Отойди, 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 отойди. Это нас лечит? Да. Фак. Долбанная тентакля. А заморозить ее можно, нет? Не вижу. Да, можно. Ай-яй-яй, по-моему, все забрал, вроде бы. Вроде бы все забрал. Так. Вот так было. Ну, муха, да, муха спит. Черт, где... Иммунитет, походу, на замерзание у нас. Муха спит, а где за ногу его Мишка? Не на базе случае. Так, это рассудок понижает. Сырое. Так, деревня так была у нас или нет? Да, по-моему, так. Так, нам полечиться бы. И муха там урона вообще нифига не получила. На кого ее? Можно туда привести к тентаклям, но она сожгет весь камыш, очень жалко будет. Тут вообще кто-нибудь остался? Вот ее сейчас бы взорвать было бы офигенно. У меня место забито всем, да? А, вот это выкину. Глаза не осталось. Она сейчас разнесет все домики.
Я почему-то медленно бегаю, я почему не пойму. Она сейчас вот все разнесет, нафиг, все сожгет. Так, где-то я вот здесь еще погиб. Где, пока я не понимаю. Где-то рюкзачок должен лежать. По-моему, прямо тут. Там у меня немножко материалов есть. Так, пчела там сейчас все сожжет. Но ее чешуя никуда не девается. А, и питомец пропал. Так. Кто-то дышит как-то странно. Вообще, блин, там столько лечилок, офигеть просто. Я очень медленный. По паутине вообще просто писец. Так, полечиться, наверное, нужно, да? Опять кто-то храпит. Она опять сожгла там все и храпит. А какого черта? Да, опять спит. Взрывать мне ее нечем. О, это немножко лечит. Отлично. Тут жареное уже все. Муха пожарила. Че, это след был, что ли? Фак, подожди ты. Жареное? Да. Это опять спит. А Миша либо не пришел, либо это... Либо того. Где рюкзак? Я просто не помню, где я сдох тут. Вот мне почему-то казалось, что где-то вот в этом месте меня зацепили. А, либо... Не, с мэрмами я... Непонятно. Это рюкзак у меня первый. А второй-то где? Так, а что с мухой-то делать? Ну, заморожу я. Заморозь, позвони в колокольчик. Как вариант, кстати. Сколько по ней урона пройдет только? Ну и меня может убить сейчас. Так. Не-а! Не получается так. Что-то вообще не можешь звонить в колокольчик? Не понял нифига. Слушайте, а он вообще не умеет, по-моему, звонить у него. И что случилось с ночами, я тоже не понял пока. Она уже жжет их домики и жрет пепел, и таким образом... Мэрмы ее не забьют, это нереально вообще. Беги! Черт, сейчас опять придется вытаскивать мне это. Ладно, хоть шлем есть. Короче, она не особо-то и замораживается. Что произошло с день, ночь там, я не понимаю. Почему ночью мы все видим? Нужно Мишку брать. И дротики делать. Искать, где Мишка. Мишка тоже должен прийти. Фак. Вот я себе сам наставил этих... Топливо ужас, я не понял, из кого повываливался. Так, нам нужно полечиться. Хотя бы так. Лечилки нужно изучать, так выгоднее. Так, а что у меня там лишнее? Вот я что-то набрал.
Так, стой, веточки. Паутинка нафиг не нужна, у меня ее много, по-моему. Я не понял, что с колокольчиком. Не работает. Данный персонаж не может использовать колокольчик. Фигово. Ну, лусята тут живы. Нормально. Кстати. В угол загонять его нужно и это, и мочить. Какая к черту мама? Во-во-во, вот так ты его. Гонишь? Так, давай. Застревай. Ну. Чё у меня такая скорость? Вообще бешеная просто. Чёрт, лусёнок. Чё так медленно? Почему, блин, светит? А что вообще здесь происходит? Так. Ну это рюкзак другой, по-моему. Короче, какой-то писец вообще. Чёрт, по-моему, я намудрил с модами. Так, так, так. Шишки сажаемся. Да, он не замерзает. Я так полагаю, летом будет ему вообще хана. Чё-то медленно мы стали какие-то, мне кажется. Так, что делать с мухой-то? Так. Резубы нужны на дротике. Сейчас посмотрим. Да, зубы нужны. А у меня зубы были, но, по-моему, немного. Один. Один? А вот еще. Два. Так, и... так, это сюда. И перья. Так, ну три дротика это совсем мало. Это очень не густо. Так. Не знаю, камень грелка, она нам, по-моему, не нужна. В холодильник ее убрать. Чё-то этот персонаж не мерзнет, нифига. Так, у меня гнилье есть? Гнилья нету. Что можно поджечь тогда? А я лечилки все профигачил, понятно. Я не понял, где... Чёрт подери. Где медведь барсук, он вообще приходил или нет? Может его, кстати, и замесили где-то там на болоте. Чё мне делать с мухой? С мухой. Колокольчик не работает. Либо данному персонажу не позволено его использовать, либо... Ой, да вообще как-то что-то странно с этим персонажем. Многие вещи такие, как не в царстве гигантов, а как в ванильной версии. Хотя гиганты пришли. Так, ну муха тут, вон все домики поразносила. Мишка либо не пришел, либо он где-то гуляет. Что делать, я понятия не имею. Так. Каска у нас есть. Так, сачок у нас есть. Копье. Да, вон этот пришел. Ну, блин, нет, я один, если я его убью, то лусята, блин, превратятся в демонов, и мне хана. Ночи, почему, блин, светло? Чё за, блин, баги? Так, давайте, ладно, вот этот... Чё я такой медленный? Ну, понятно, что по снегу бегать, ну какого чёрта? Может, нужно нагреться, чтобы быстрее двигаться?
Этого потом заберем, если что. Вон она с кем-то там дерется опять. Только на мою бета не пошла бы. Или спит она, я не понял. Не, вроде дерется. С остатками мермов. Ну, мермы ей особо урон не нанесут. Это нереально там. Они ей особо урон не нанесут. Больше сюда ее некуда вести. Она там, по-моему, жгет камыш. А не, пока домик свина жгет. Но она меня догонит, если я в нее стрельну. А, идет. Миша идет. По-моему. Биг. Миша идет. Или опять циклополин. Давайте постоим. Сейчас придет, и мы его натравим. А потом туда Мишу можно повезти. По-моему, пришел уже. Какого черта он на меня-то, ё-моё. А чё на меня-то? И опять ночь у нас светлая. Какого? Мать его, за ногу. Так, ну... Так, это там пчелы внизу, которые у меня убежали. О, Миша пришел. Вот сейчас вот он может ее может замесить. Ну, либо там у нее останется совсем немножко. Он, правда, бегает со своими тут это. Мишку вообще на рубку дров отправить бы. Миша, конечно, слабее. Он поджигается, орет, бегает. Как резанный. О, убил. Так, Миша, побежали. На тентакле сейчас мы его. Так, убежали туда его, на поле. Нам бы самим там только пробежать бы еще. А, по-моему, я не туда завел его. По-моему, не туда веду. А, вот оно, поле тентакли. Ах ты! Нифига себе, отловил я какая. А, черт. А, как я там забирать-то тут потом все это буду? А, у меня еще выбили из рук это... Трубки. Но это Миша, наверное, выбил. Сейчас его замесят, это точно. По-моему, уже замесили. Этот сундук тоже откроем позже. Он замесил там, нет? Да... Скотина, иди сюда. Сейчас вернемся. Так. Тут, по идее, он замесил, да. Можем все это дело собрать. Сейчас очнемся. Черт. Боссы что-то не все вместе пришли. Ну, немножко скосили. Так, давай, собирай все это обратно. Ну, убивали мы немного, одного мерма только убили. Ну, вроде нормально показатели. Так. Где мои веточки? Так. Что тут у нас? Кусты. Пять кусты. Жечь их можно, конечно. Мяса монстра много. О! Точно, мяса монстра. Много. Это же можно же. А, что, уже весна?
Так, ну вот эта фигня мне нафиг не нужна. Я не буду рюкзак делать и шубку тоже не буду делать. Ну я так удачно его завел. Ну, честно говоря, если бы не способность данного персонажа, мы бы давно бы сдохли. Кстати, сейчас быстрее бегаем. По снегу он, наверное, медленно бегает, видимо. Видимо, так, так. Опа. И... опа. Так, мясо монстра сколько я набрал? Свиней приручим. Убиваем. Короче, всех там это. Так, побежали туда. Не достали, отлично. Так. Ать. Один дротик пригодится. Весна рано вообще-то еще. Ну, все правильно, рано еще. Так, и там от этой осталось. От мухи тоже мясо осталось. И если его никто не сожрал. Она была... какой-то звук сейчас был странный. Она была возле этих... Черт, а где она была-то? Где-то здесь. Зимой у нас зрение было такое, наверное. Где-то здесь они дрались. Сейчас вот повыше чуть-чуть. Вон, вон лежит. Пауки сожрали мясо, но в то же время вот это осталось дело. Оно нам и нужно. Мясо вообще пускай подавится, мне как-то оно не особо интересно. Всю деревню, короче, разобрали. А что и вываливается, я не помню из него. И сломаешь. Доски вываливаются и как... ух ты, черт. Ах ты, черт. Фак, фак, я не хочу больше летать. Не, хватит, я уже налетался. Так, и вот этим лечимся. Пошли. Пошли домой. Фу, свиней приручим это, как этих замесим. Цыплят. Каску только нужно сделать. Вон, мяса полно на приручение. Блин, трость хочу. Не знаю, где Макбивня. Вроде обыскали уже неплохо. Жесть. Вон они еще бегают тут. А кто их ударил-то? Че она? Че орут-то? И улетать он, по-моему, не собирается. Так, а что у нас тут лежит? О, доска еще. А, камень. Шестеренка. А, и шуба с топором. Шуба с топором не нужна. А вот доски я заберу. Доски я заберу. Камни где-то я потерял. Где-то рюкзак у меня по-любому оставался еще. Так, мясо сушить, вешаем. Кстати, повесить, наверное, лучше. Тут какое-то мясо есть, да? Да, вот это вот. Так. Так. Приготовлю, наверное, себе опять же... черт. Вот так вот как-нибудь приготовлю пару похлебок. Так, так, так. Это сюда. А, можно было лапку засунуть, что-то я. Так, ну этого у меня явно много. Так, потихонечку топлю ужаса. Как-то я, где-то я беру. На алтаре я явно брал. Где... я еще нашел одно. Вот, вот так вот. Что-то у меня с ночами случилось. Короче, фигня какая-то произошла с ночами. Почему-то ночью светло теперь. Что за фигня? Есть где? Да, есть. Вот здесь вот. Шестеренки. Вот здесь вот. Две месилки. Это мы сделаем себе нового питомца. Потому что тот непонятно где вообще бегает. Возможно, там и бегает где-то.
Короче, вообще как... ты какого черта делаешь? Какой-то странный персонаж. Не мерзнет, не... Ночью что-то у него, короче, какие-то глюки. Я вообще не понимаю. Что, блин? Так, вот это можно посадить. Что за фигня-то? Ну, возможно, летом будет вообще полный трэш. Потому что он... Я, по-моему, зиму пережил уже почти. И кроликов я не приготовил. Кроликов я не приготовил, а скелетиков чтобы делать? Слуг скелетиков. По-моему, мне нужно магией заниматься. Поэтому мне нужны чертовы кролики. Да, мне важнее кроликов наловить и сделать себе шляпусник. Для шляпусника нужна паутинка. Была же. Паутинку достану, фигня. Кролики нужны и доски. Доски есть. Короче, кроликов нужно поймать. Фух. Ну, на этом мы серию заканчиваем. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.